На столах разложены средства гигиены и книги, рядом теплые одеяла и подушки. Люди продолжают нести вещи и продукты. Все это предназначено для вынужденных переселенцев из Донбасса, которые сейчас находятся в пунктах временного размещения. Мы прекрасно знаем, что ребята, которые находятся сейчас на территории Самарской области, полностью всем обеспечены. Но при этом, конечно, от приятных маленьких неожиданностей никто не застрахован. Общественная палата это берет на себя. Попросили какие-то новые книги. Пожалуйста, мы объявили, и у нас люди принесли. Сбор гуманитарной помощи для вынужденных переселенцев организовала Общественная палата Самарской области совместно с региональным Министерством социально-демографической и семейной политики. Вещи для передачи в пункты временного размещения собираются с учетом пожеланий людей. Существует система взаимодействия, когда либо выдаются необходимые там средства или вещи из пункта сбора, либо когда индивидуально закупаются. Поэтому вот один из таких проектов – это общественные палаты, когда под нужды людей, которые у нас находятся в ПВР, предоставляется то, что им необходимо каждый день здесь и сейчас. В благотворительном проекте «Своих не бросаем» активное участие принимают Нотариальная палата Самарской области и социально ориентированный бизнес. Это очень важно, и я не считаю, что это как бы там большие затраты для предприятия, поддержка и какая-то благотворительность, то есть в принципе это может делать каждое предприятие как в отдельности, так и все вместе. Сегодня на территории Самарской области работают 14 пунктов временного размещения. Узнать, какие вещи нужны переселенцам, можно в пункте приема благотворительной помощи. Вещи принимаются только новые. Светлана Тимофеева, Николай Сидоров. События.